Вирла Джакатоли 2700. Это ружье Кондор, сделано из пластика и металла. Вся рабочая часть у нас металлическая. То, что сделано под дерево, из пластика. Регулируется прицел. Можно настраивать под себя. Сейчас попробуем выстрелить. Чтобы выстрелить, нужно разломить, как в тире, ствол пополам. Пульки используются резиновые, 7-миллиметровые. Пульку мы заряжаем и закрываем до упора. Стреляет, в принципе, неплохо. Можно по комнате смело стрелять. Сейчас попробуем. Вот. Мы установили мишень. Попробуем туда попасть. О, сломал пополам. Вот так.